С глубоким трепетом наехали мы на кусочек нашего национального достояния, которое берет начало в сибирской тундре и с трудом, переползая через глав Урал, преодолевает границу Европы и Азии, направляясь в просвещенную и такую дружелюбную Европу. Но до Европы еще так далеко и долго. Хотя по трубе существенно быстрее. Возвращаясь раз под вечер, опурившись гашиша, жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду, курю, иду, курю, иду. Итак, чтобы вернуться на базу, надо вновь преодолеть норовистый брод. Другого пути нет.